Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня собеседник, редкий, правда, Александр Петров. Ну что, я хотел бы сначала вас поздравить с тем, что у вас уже появился руководитель УЗЭ, турецко-подданный, финансист, который сказал, что будет... Я фамилии не помню, поэтому не буду называть, дабы его не обидеть. Но финансист обещал заниматься борьбой с коррупцией. Так что поздравляю вас. Спасибо за поздравление, уважаемый собеседник. Да, интересно. Введя сейчас нам зарубежных партнеров, ощущаем себя какой-то униженной нацией. Мы не способны родить, выносить и создать достойных украинцев, достойных руководителей, которые... возьмут за собой право руководить этим народом. Хотелось бы обратиться к железнодорожникам, к моим любимым, уважаемым, дорогим железнодорожникам. Все вы со стороны смотрели, что проходит в Кременчуге. Вас это веселило, бодрило, радовало. Как они там? Вы мне напоминаете, как у россиян. Что там у хохлов? Что там в Кременчуге? В Кременчуге все хорошо. В Кременчуге настолько все хорошо, что я теперь верю только в Кременчуг. Эти люди, это сильные, сильнейшие люди. Есть, которые немножко дрогнули. Кто-то, но они все равно сильнее. Сильнее вас, тех, кто отсиделся за спинами своих начальников, инструкторов, руководителей. Вы сидели и смотрели, что в Кременчуге. Я вам скажу, что будет с вами. На этих локомотивах вы потеряете здоровье. Жалко детей вашей семьи. Завтра вас будут футболить, снимать премии, ну, всячески унижать за все. Вы будете так же прогибаться и радоваться. Поймите, возьмите пример, который не так давно прошел у нас в Украине. Победили ребята, которые отстаивали свое право быть европейцами. Ездить на автомобилях с европейскими номерами. Евробляхеры, да? Да. Они так просто все сделали. Они просто не выпустили никого с Верховной Рады. И заставили закон работать на себя. Ребята, железнодорожников в Украине больше. Но 1100, оглянитесь. 1100 есть? Вы обсуждаете, троллите Кременчуг. А пользуясь отпуском 45 дней сейчас, которые с хорошей выслугой, вы забыли, кто добивался и кто голодал? Эти, как вы там, москальцы и все. Это вы пользуетесь теми благами, которые мы в 90-х отстояли. Сейчас вы даже не отстоите сами себя. Выходите, проезжаете, улыбаетесь. Вам страшно? Страшно не сейчас, страшно будет потом. Поверьте, будет страшно. Страшно будет, когда... Я переживу это. Сейчас и хлопцы переживут. Да, сейчас маленькая, платят маленькую зарплату. Но мы пережили то время, когда мы вермишель зажаривали луком и шли на работу. Я лично с отцом ездил, отец машинистом. Проработал до 60 лет. Я приходил с работы с проволокой, скрученными ботинками. Но я верил в том, что мы сможем что-то добиться. И что-то... А вы сидите. Вы сидите, вы ждите. Вы ждите, что это кто-то сделает. Этот турецко-подданный человек, который будет настолько ночами не спать от нашей отрасли, что я... мне страшно. Говорят в Одессе, прям страшно пожуть. Поэтому сидите. Сидите Полтава, сидите Знаменка. Ну, Знаменка вообще, я считаю, это батраки. Рабы. Я вам открыто говорю, вы рабы. Я вас презираю. Это откровенно говорю. Я знаю, будете троллить. Вы там паскудите мои выступления. Нет, я говорю то, что думаю. И то, что я чувствую. Машинист, помощник машиниста, путеец, вагонник, неважно. Вы достойны хорошей жизни. Ваше предприятие является стратегическим и должно быть эталоном страны для других коммерческих предприятий. Именно по вам должны равняться тарифы. Именно по вам должны равняться все таксировки, зарплат, премии и выплат. Именно по вам, по вашему благосостоянию. Вы скажите, пожалуйста, вы машинисты, которые считаете, что получают 20 тысяч. Бюджетную иномарку ты себе можешь позволить, машинист? Как в Германии. Нет. Велосипед 7 тысяч ты можешь себе позволить. И то. Надо же еще за что-то же коммуналку заплатить и кушать. Сидите. Сидите, ждите. Можете даже верить в Деда Мороза. Под елочку положить записочку. Не получится. Да, сейчас вы смотрите. А что? Ну что, добились? А что? Нет, не добились. Вот вас зачмырили. Вот вас... Нет.
Здесь никто не опустил голову, не спрятал глаза и не отвел в сторону взгляд. Мы по-прежнему сильны духом. И ой, не дай Бог, здесь хоть кого-то тронут. И ой, не дай Бог, кого-то из нашего профсоюза или из нашего попытается как-то унизить его честь или достоинство. Не дай Бог кому-то до этого дойти. В другом плане страны, вас не удивляет, что вы хаваете все. Плохие условия труда, все. Как вся страна. Или для никого до секрет, Нафтогаз Украины раздал премии на миллионы долларов. Даже никого не встряхнуло это в стране. Так не встряхнет вас и ситуация на Залезнице. Вы будете по-прежнему. Инсульт молодеет, ребята. Инсульт молодеет. Ему уже 32. По последним случаям. И ваши случаи, вы же их не афишируете. Каждый в депо наверняка знает. Тот-то у вас браканули, того списали. Тот слег. Тот вообще умер. Вы этого не говорите. А оно есть. И мы знаем, что оно есть. Ничего, ждите. Ждите. На вас еще можно проводить очень много опыта. Обидно. Но обратите внимание на ребят с евробляхами. Я перед ними преклоняюсь. Их меньше, чем железнодорожников. Они своего добились. Подумайте. Посидите. Включите рассудок. Может, хватит уже? Я извиняюсь. Пора оторвать от полутеплого места пятую точку и сказать, мы один единый кулак, мы можем добиваться. Почему одни могут получать премии в миллионы долларов, а у других не хватает пролечить дитё в больнице? Мы закрываем глаза, включая телевизор, где умирают дети, а тонко страна, посмотри, это твои граждане. Они умирают, их лечат путем сборов, каких-то скрынек. Ты давайте депутатам наших содержать на скрынке им зарплату, а детей кормить и лечить из бюджета. Почему нет? С котами хотят нас просто сделать. Извините за мою тавтологию или... Просто уже достал. Уже достало до такой ручки. Включать телевизор страшно. Не проходит дня, чтобы не взорвалась граната. В какой стране мы живем? В что мы превратились? Завтра нам предложат друг на друга стучать, тогда друг друга сдавать. Это уже есть. Это уже есть. Поэтому я не знаю. Я знаю, что, конечно, я просто сказал, просто поговорил. Наверное, для себя, наверное, накипело просто в душе. Я знаю, это ничего не сдвинет в ваших мыслях. Может, некоторые просто... Похихикают? Похихикают надо мной. И там поставят свои дебильные тролли. Но нажимая кнопки, я вам отвечаю. Да, я списанный машинист. Мой отец поработал машинистом до 60 лет. Дай Бог ему еще здоровья. Дай Бог вам до 60 вообще доработать. Не факт, что к вам не придет беда. 65, брат. 65. Не факт, что завтра к вам не придет беда. И кто вам потом поможет? Никто. Мизерная инвалидская пенсия. И забвение у Залезницы, которая завтра скажет, вас не было. Вас не было. Вы не водили поезда, у вас не было этих тысяч тонн на километра брутто. Ничего вы не провели в этой жизни. И никакого следа не оставили для своей страны. Это они вам так скажут. Поэтому советы давать глупо. Советы должны находиться здесь. И исполняя гимны, ложа руку сюда, не держите, уважаемые олигархи, здесь кошелечек. А держите душу. Кто из вас, руководитель Укрзалезницы, встал и сказал, мы не правы, это наши люди, мы будем за них биться. Мы должны им сделать хорошие условия труда. Вы это сказали. Да честь и хвала такому будет руководителю. Вас на руках будут носить, если кто-то из вас скажет. Это мои рабочие, это мои люди. Я за них душу отдам. Кто из вас это скажет? Никто. Потому что вы знаете, кто вы. Я... Цензура, извините. Да, цензура есть. Вы не скажете этого. Что я за своих работников, за своих коллег, за своих друзей отдам душу. Никто из вас этого не скажет. Это от высшего руководителя Укрзалезницы до клерка, там, который двери. А машинистам, которым трудно, ребята, халдей в кабаке получает вашу зарплату за то, что подает вам пепельницу. В общем-то, на этой
веселой ноте. Веселой ноте. Хотелось пожелать вам счастья, здоровья, успехов. Крепкого здоровья. Сидите дальше. Беда придет к вам сама. Благодарю.